вы потратили свои силы, государственные деньги, сделали дворы. Грязно, посмотрите, полные урны, разбросано все. И так почти в каждом дворе. Больше всего Анатолия Пахомова возмутило то, что дворы эти в самом центре города. На обход он отправился пешком, прямо из городской администрации. Осмотрел Новогинскую, Островского, Воровского и Роз. Почти каждый двор получил замечания по санитарному состоянию. Где-то грязно на детских и спортивных площадках, где-то двери всех подъездов заклеены объявлениями, а где-то просто такое ощущение, что не работает дворник. Нет денег, значит, давайте-ка дежурство установим. Но во дворах должно быть чисто. Вот мое мнение такое, чтобы мы были не только вот там на гостевых зонах, но и во дворах являлись красивым городом. У нас есть на это право говорить, потому что во время подготовки к Олимпийским играм нет ни одного двора, который бы не подвергся ремонту. И мы сделали очень их красивым. Сегодня просим от жителей поддерживать их в таком хорошем состоянии. Представители ТОСов и управляющих компаний ссылались на то, что обход был вечером, а уборка, как правило, проводится рано утром. За это время успела и листва попадать, и урны заполнились. Управляющие компании обостряют свое внимание, заостряют, вернее, наше всех внимание, то, что тариф уже 5-летней давности порой. Там, где он поднимается, и там, где домком действительно требовательный, то есть тариф повысился в соответствии с сегодняшней инфляцией, и домком жестко относится к проверке, опять же, траты вот этих денег, то там в этих домах порядок все-таки есть. Итоги обхода глава города подвел на расширенном совещании со всеми членами ТОСов и управляющих компаний центрального района. Они получили четкое указание в кратчайшие сроки недочеты исправить. Галина Захарова, Борис Осин, телекомпания ФКТ.